Первое решение, принятое на очередном совете депутатов, присвоить звание почетный гражданин Люберецкого района генеральному директору весоизмерительной компании Синянскому Михаилу Васильевичу. Затем заместитель руководителя администрации Люберецкого района Нина Забабуркина зачитала доклад о внесении изменений в бюджете муниципального образования. Доходная часть, по ее словам, увеличится за счет безвозмездных поступлений на 39,5 миллионов рублей. А субсидии из бюджета Московской области пополнят казну Люберецкого района на 75,3 миллиона рублей. Большая часть денежных средств пойдет на строительство детского сада на поселке Калинина. На закупку оборудования для школ победителям конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области 3 миллиона рублей. Детского сада номер 5 по той же номинации 500 тысяч рублей. На материально-техническое обеспечение МФЦ 897 тысяч рублей. На интернет-технологии в школах 999 тысяч рублей. А что касается расходной части бюджета, то в результате внесенных изменений она будет увеличена на 38 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета Люберецкого района уменьшится на 1,5 миллиона. Представленный документ о распределении денежных средств был принят единогласно. Также народные избранники рассмотрели вопрос о передаче 10 квартир в собственность Люберецкого района для обеспечения работников здравоохранения. Луиза Егиазарян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.